Літня жінка потрапила до травматологічного відділення з переломом шийки стегна. Хірург назвав ціну операції і сказав, де заплатити – в продуктовому магазині. Події стали розвиватися у незапланованому для лікаря напрямку. Неделю назад нам позвонила женщина, сказала, что ее маме делали операцию на берцовую кость, был перелом берцовой кости. И зав. Отделения Михайло сказал, что она должна заплатить 5600 гривен. Ну, она, операция, она согласилась, там, позвонила по соседям, пособирала эти денежки, пришла к нему. Он написал такую бумажечку, она вам сейчас все расскажет, такую бумажечку там, просто говорит, оторвал с газеты, 5600, какую-то подпись поставил. И сказал, пойдете в продовольственный магазин, там продавец Елена, заплатите ей эти деньги. Она пришла до этого продавца, кто тут принимает деньги на, за операцию? Она говорит, я принимаю. А это что вы мне даете? Ничего не дам, дам сертификат только на оборудование. А квитанцию? Какая квитанция? Скажите спасибо, что вообще вам делают эту операцию. Она развернулась, ушла, позвонила мне, я Марине Анатольевне. Марина Анатольевна предупредила Владимира Владимировича, чтобы, ну, то есть разобрались в этом вопросе. Вчера мне перезванивает женщина со слезами. Хайло сказал, теперь вашей маме никто никогда не снимет ни швы, ни где, ничего, и вы вместе с мамой тут и умрете. Я вчера подняла на ноги всех, кого только можно. Узнала, сколько в других городах стоит такая операция, сколько стоит оборудование, гвозди, костыль. Все узнала именно по этой трубке, которая вставляется при этой операции. Это одноразовое. Есть аппарат Елизарова, который там только спицы надо докупать. Хотя у нас заставляют покупать аппараты Елизарова, хотя они не покупаются в нашем травматологическом отделении. А достаточно купить там 5-6 максимум спиц. Я пригласила сегодня телевидение, газеты. Я пригласила сегодня ОБЭП. И хочу, чтобы все в этом разобрались. Я обратилась в больницу, моя мама поломала ногу. Врач мне предложил несколько видов операций. И я согласилась на такую операцию, которая мама завтра будет уже сидеть на кровати. И сказали, что это стоит 5600. Я согласилась. А на следующий день, когда мы пошли, пришли после операции, говорим, давайте мы будем платить. Нам дали огрызок такой бумажки, написано 5600. И говорит, идите платите в магазин, который находится на территории больницы. А я говорю, я в магазин платить не буду. Ну, все, это началось, вот этот сыр-бор. Вы заходили в магазин, что вам там сказали? Сказали, выдают такую бумагу, свидетельство. И говорит, вы сюда, ну, мы оплатите, мы вам дадим эту бумагу. Мы говорим, дайте нам эту бумагу, мы пойдем проверим, правильно это или нет. А они говорят, нет, мы эту бумагу давать не будем. Вы вылечитесь, встанете, будете нормальным нашим здоровым жителем города Славянска. Спасибо. Детенька, спасибо, скажите вашей дочечке Иночке, она умничка, она за вас переживает. И она молодец. Она мне звонит каждый вечер с рыданиями, с истерикой, что меня тут добивают. Я? Не, ну, сказать, что приходите, требуете. Я говорю, отдадут вам деньги. Ну, что ж, как я, что ж, я должна как-то встать на ноги, я не знаю. Головний лікар лікарні імені Леніна не проти перевірки та вважає, що цей випадок – негативний наслідок відсутності страхової медицини в Україні. Жінку прооперували, у нього серйозніший перелом був, перелом шийки бедра. Ну, я думаю, що навіть 5-10 років тому вона була просто глибоким інвалідом, а зараз, в принципі, вона прооперована. Всі питання, зв'язані і озвучені міським головою, озвученная родственниками, они будут проверяться. После проверки мы сделаем соответствующие выводы. Ну и основное, нам необходимо иметь запас, здесь сложность какая, надо иметь запас этих металлоконструкций 4-5 видов, потому что разные пациенты, разный диаметр с этого костного мозгового канала и так далее. Поэтому, если этот вопрос решится, я думаю, что проблем такого плана больше возникать не будут. А то, что будет проверка, это мне только на пользу. Пускай проверяет, потому что это частный предприниматель, который имеет лицензию, имеет все основания
так сказать, закупать эти металлоконструкции. Если там есть нарушения, то будут соответствующие выводы сделаны. Відсутність страхової медицини – це дійсно проблема для усіх. А поки її немає, ми дійсно не можемо отримати лікування вчасно на сучасному рівні. У лікарень просто немає потрібного обладнання, бо немає коштів. Тому лікар пропонує вам купити потрібний вам протез за ваші гроші. Але це незаконно. Законно чекати свої черги кілька місяців. Поки лікарня проведе тендер, торги, поки пришлють обладнання – отакі собі ножиці. І все-таки, якщо оплата за операцію в продуктовому магазині викликає посмішку, то сума, яку потрібно заплатити за подібну операцію, вже викликає певні сумніви. Голова Слов'янська налаштована твердо. Дізнатися про ціни медичних послуг та медичного обладнання по Україні, щоб у Слов'янську не відбувалося подібне свавілля. Я хочу сказати всім жителям, я борюсь, скільки можу. Но сегодня надо нам общими силами, милиции, горздравом, всем жителям, понимаете, просто действительно есть какая-то такой, не бояться о том, что они поднимут, не поднимут ваших больных, поднимут ваших родственников, никуда не денутся. Будет главврач стоять возле вашего больного и будут поднимать его. Никто ничего, не надо бояться, что вот я сегодня сейчас пожалуюсь, а завтра будут издеваться над больным человеком. Не будут издеваться. Треба додати, що завідуючого травматологічним відділенням пана Павла Хайла ми так і не побачили. Кажуть, він у відпустці. Кажуть, за кордоном.